Первые 10 минут не забили 4 момента хороших. Потом еще было 2 хороших момента, не забили. И после этого пропустили пару контратак. И с одной контратаки соперник забил нам гол. Во втором тайме уже игра выровнялась, была равная. Как мы могли забить пару моментов, так и Смаргонь должна была забить. Но в первом тайме должны были решать уже в первые 10-20 минут забивать голы. Может, где-то реализация хромала. Были расслаблены при завершении атаки, поэтому так и показалось. Над завершением надо обязательно поработать, чтобы реализовывать такие моменты. Столько моментов создаем, не реализовываем. В паузе будем, конечно, над этим работать. Плюс посмотрим, сыграем, может, товарищескую игру. И посмотрим тех ребят, которые играют меньше за дубль.